Сейчас весточка из лета. Наш проект на всех парусах, о яхтенных гонках по Средиземному морю. И сегодня мы расскажем, почему лодки, которые стоят почти 2 сотни тысяч евро, яхтсмены называют мыльницами. И действительно ли парусная регата экстремальный и безопасный отдых? Хотя одно другому явно противоречит. Пока яхтсмены набираются сил к новой гонке, мы решили разузнать все о лодках, на которых они ходят. Лекцию-экскурсию нам устроил главный судья регаты Ocean Medi Cup Владимир Финько. Этот человек родился в море, хотя и уверяет, что когда-то жил на суше. Владимир, говорят, что эта яхта практически непотопляемая. Это так? Ну, вы знаете, при желании можно утопить все. Поэтому эта яхта точно так же потопляемая, как и другие средства. Единственное, что шанс выжить в большой шторм у вот такой маленькой яхты надо выше, чем у большого пассажирского лайнера или у танкера. Яхты все монотипы, длина 43 фута, вот, высота мачты около 20 метров. В гонке использовалось только основное парусное выражение, это грот и стаксель, вернее генуя. Такая яхта может стоить в зависимости от комплектации от 150 до 170 тысяч евро. Палубное пространство яхты делится на кокпит и бак. Во время гонок мы поневоле изучили здесь каждый уголок. Осторожно, голову. Голову. Так вот мы работаем. В каких условиях? Тут переставляют паруса, и нам приходится ложиться, сгибаться, залазить во всякие уголки, чтобы нас не снесло в море. Морские названия несколько отличаются от сухопутных, и каждого из них по-своему неприятно. Кухня называется камбуз, туалет. Разница гальюн, поэтому к этому тоже надо привыкнуть. Это не потолок, это подволок, это не пол, это паёвый. В этих яхтах 4 каюты, 2 носовые и 2 кормовые. На обывательский взгляд яхта достаточно комфортная, вроде неплохая, а вы называете ее мыльницей. Почему? Ну, есть брендовые компании, которые выпускают серьезные яхты, там, скажем, Swan, Oyster, вот, которые... Так скажем, это Запорожец, а то Феррари. Поэтому я называю это мыльница. Все остальное это по возрастающей. На заметку тем, кто вдохновился и решил провести отпуск на яхте. Нанять лодку на неделю вместе с капитаном стоит примерно 2,5-3 тысячи евро. Это на компанию 8 человек. Без продуктов, топлива и пошлин за стоянку в бухтах. Смотрите завтра. Адмирал сказал... Это означает, что будет сильный ветер. И оказался прав. Нам пришлось убрать камеру и надеть спас-жилеты. Одна из команд даже потеряла бойца. Проект «На всех парусах» на 12-м канале.